Всем здорово, дорогие друзья. Сегодня решил такое видео интересное записать на тему как выучить быстро польский язык. На своем примере расскажу, потому что я как бы приехал в Польшу, и у меня был полный ноль польского языка. То есть потому что я сорвался, я не собирался вообще в Польшу ехать, ну кто знает. Ну, кто видео смотрел, первые мои, просто сорвался с Донецка и приехал. То есть я вообще ничего не знал. Вот, как я учил? Расскажу, как я учил. В принципе, сейчас, ну, я знаю польский. Ну, могу, в принципе, беседу поддержать, поговорить. Как бы не то, чтобы идеально знаю, но разговаривать на польском языке, разговаривать, читать я, в принципе, могу свободно. Вот, ну, приехал я, первое, что сделал, мне, конечно, советовали, иди там учиться в школу, мне некогда было этим заниматься, этими обучениями в школах. Я так пару стандартных фраз выучил, ну, самых таких, самых необходимых, которые нужны, это там «день добрый», там «до видзеня», «дженькуе», там такие вот слова. Я еще, как сейчас помню, в магазин шел. Первый раз выучил фразу, как мне нужно говорить, как называются те или иные там товары, которые мне нужны были. И все равно пришел в магазин, маленький магазинчик там местный такой. И как надо было сказать, дайте мне там то, дайте мне грибы, там сигареты я покупал, еще что-то. Я... И все забыл. Ну, в общем, пришлось там на полурусском, полуанглийском что-то говорил, показывал. Короче, пальцем так показывал, дайте мне то. Такой, колола тут. А на меня еще так местные смотрели. Типа, ну, что-то подумали, что я с России, я не знаю чего. Ну, у нас здесь в Польше в основном украинцы, я не знаю чего. Типа, вы с России, не знаю. Что так подумали. И вот как я начал учить. Сначала выучил там стандартные фразы такие, ну, чтобы я мог бы как-то где-то хотя бы что-то сказать, купить там билет проездной какой-то. Ходил с телефоном, читал. Потом познакомился с поляком, с одним, с Юрком, с Элавы. И как-то с ним начал разговаривать. Ну, как-то он у меня начал интересоваться, что у вас там в Донецке, что произошло. Я ему рассказываю, пытаюсь на польском рассказывать. Ну, естественно, у меня все не получалось. Он мне там что-то рассказывает. И вот мы с ним так вот, я не знаю как, но мы с ним начали общаться. Я у него начал больше спрашивать, как то слово, как это. Он мне рассказывал, то есть показывал. Я там говорю, там как дверь будет по-польски. Он мне говорил, как будет по-польски двери, я ему в свою очередь, он меня спрашивал, а как это по-украински, а как это по-российски там типа будет. Вот так вот, в принципе, я начал через какое-то время, вот недели через две, я начал понимать вот в общем, вот в общих чертах, общаясь с носителем языка этого польского, я начал в общем понимать, о чем люди говорят мне. Но не очень умел я правильно формулировать, ну как-то уже более лучше начал разговаривать. Потом познакомился с одной дамой, которая работала в России. Ну она там занималась, она что-то была связана с Олимпийским комитетом или что-то в этом роде, очень давно. Ей приходилось типа работать в Москве, и она говорила, что пришлось учить русский язык. Давался, говорит, капец, как тяжело, потому что, ну, русский язык, он тяжелый язык, он нелегкий для изучения. И вот она, типа, посоветовала мне, как вот она выучила язык русский, а русский она отлично знала. Она разговаривала даже без акцента. А что она мне сказала? Она говорит, веди всегда внутренний диалог, то есть начни думать на языке, который хочешь выучить. Даже примитивные мысли, примитивные диалоги. Я вот так вот начал, в принципе, думать, планировать, вот там какие-то банальные фразы, строить предложения у себя в голове. Внутренние диалоги, даже знаете, вот у многих есть такая фишка, представлял даже какой-то диалог с каким-то человеком, я с ним о чем-то договариваюсь, там все. И знаете, как-то я начал лучше понимать язык,
Я начал лучше формулировать свои предложения, когда начал, ну, разговаривать на польском языке. И, в принципе, ну, я не знаю, за месяц по такому методу я достаточно быстро начал разговаривать, более уверенно. Ну, то есть, какой-то базовый уровень у меня появился. За полтора месяца, грубо говоря, за полтора месяца я выучил язык. Но, может быть, еще так быстро выучил, потому что все-таки есть сходство такое с украинским языком и с русским. Но опять это обманчиво. Обманчивое сходство, потому что мне тоже так казалось. Сейчас приеду, быстро выучу, это вообще легко. Нет. Тут тем более много таких слов, которые, если в украинском или русском значит одно, здесь может совсем противоположное значить, да? Ну, я сделал такой вывод, что лучше всего учить язык. Это, конечно, в школу желательно ходить, но первое, что надо делать, это общаться с носителем языка. У меня, кстати, так отец был в Англии, он говорил, что он, в принципе, выучил английский язык не в школе, а именно общаясь с англичанами. Он так выучил язык. У меня тоже так получилось. Я специально заводил разговоры, я цеплялся ко всем, ну, как бы с какими-то вопросами, типа, чтобы завязать разговор с поляками. И вот так вот потихоньку жили. Полтора месяца я базовый язык знал. То есть я мог свободно там позвонить по объявлению, что-то купить, куда-то поехать, где-то на улице остановиться, что-то спросить, в принципе. Может, не сильно корректно, не сильно там четко, как есть люди знают. Но, в принципе, ничего для меня это сложного не было. Меня больше всего, знаете, удивляют люди, которые здесь живут по полтора-два года. Вот есть украинцы, живут они не то, что здесь зарабатывают уже, ну, как на заработки есть, ездят. Они здесь живут. Они не общаются с поляками, и они вообще не знают польский язык. А, типа, на что он нам нужен? Они там знают базовые какие-то слова, типа, сколько это стоит. Добрый день, до свидания, и все. Не знаю, мне кажется, что если бы я даже не задавался целью учить язык, живя здесь за два года, я бы, не уча этот язык, я бы на нем свободно разговаривал. Мне так кажется. Я не знаю, как так у людей выходит, что они здесь живут и абсолютно не знают язык. Так что так вот, такой видосик небольшой. Если кому-то было полезно, ну, ставьте лайк, пишите комментарии, как может быть выучили язык. Все, друзья, подписывайтесь на канал. Всем пока, удачи, пока.